Капитальный ремонт общежитий и учебных заведений республики под особым контролем правительства региона и профильного ведомства. Глава Калмыкии Батухасиков поделился: выполняем поручения президента страны, реализуя народную программу «Единая Россия». Задача студентов – стать профессионалами, укрепив кадровый потенциал Калмыкии и России. В рамках принятого законопроекта ежегодно на эти цели государство будет выделять 3 миллиарда рублей. В этом году в программу капитального ремонта вошло общежитие номер 1 КалМГУ имени Гордовикова, рассчитанное на 200 мест. С июля здесь ведутся работы. До конца года объект будет сдан в эксплуатацию. Студентов же во время обучения временно разместят в других общежитиях опорного вуза республики. Напомню, здание 60-х годов постройки давно требовало ремонта. Мы направили свою заявку по капитальному ремонту этого общежития. У нас еще капитальный ремонт общежития Башендинского колледжа, там замена оконных блоков. И, значит, благодаря «Единой России», кстати, благодаря тому, что Бату Сергеевич постоянно, так сказать, нам помогает, части было неоднократно, значит, было написано письма в адрес нашего министра, да, именно Бату Сергеевичем. Ну и, естественно, то, что ректор у нас постоянно как бы занимается с этими вопросами, нам в этом году выделили 75 миллионов на капитальный ремонт общежитий. Сейчас вот на сегодняшний день все, значит, процедурные вопросы аукционные завершены, подрядчик выбран, и, как вы видите, ведут демонтажные работы. Здесь фактически будут выполнены работы, значит, инженерные коммуникации, замена изношенных сетей, это водопровод, отопление, канализация, электрика. В каждой комнате будет санузел, ванна, туалет.